Кремль уже не рад, что пустил на свой автомобильный рынок китайских производителей. Вместо спасения российского автопрома Китай добивает его. После полномасштабного вторжения в Украину рынок России покинули все ключевые западные автопроизводители. В первый год Великой войны производство машин в России фактически остановилось. Путин в ярости приказал Кабмину Мишустина разработать концепцию развития автопрома. Необходимо до 1 сентября, прошу это правительство сделать, разработать и утвердить обновленную стратегию развития автомобильной промышленности с учетом сегодняшних реалий. Долго думали, гадали и придумали, сделали ставку на китайских автопроизводителей, мол, те делают классные и дешевые машины. Благодаря этому собственный автопром вновь расцветет. Китайские автомобили, которые конкурентоспособны. Да, прекрасно. И нам это должно помочь свой автопром поднимать, если есть конкуренты. Как же без конкурентов? Мы долго жили в Советском Союзе без конкурентов. И прямо скажем, ну, всем нравилось, у меня «Жигули» были, но качество могло бы быть и получше, если бы была такая рыночная конкуренция. Привлеченные партнеры из дружественного Китая должны были помочь возобновить производство, но на базе своих марок. В обмен получали широкие возможности на российском рынке. Доступ к производственным площадкам, дилерским центрам. В перспективе должны были перейти на полный цикл производства автомобилей с глубокой локализацией ключевых компонентов и замещением китайского импорта на российское производство. Все можно сделать. Все. Ну, конечно, если все время заниматься сборкой и даже локализацией, все равно это не собственные технологические ключи. Эти шаги должны были привести к технологическому суверенитету, увеличить долю российских автомобилей с 40% в 2022 году до 83% в 2035. Эксперты отмечают, что за это время получилось перезапустить работу отрасли, но только ценой тотальной китаизации. На самом деле, приход Китая – это не помощь России, это наоборот, это выталкивание России из ее внутреннего рынка. И если сейчас послушать российских автомобильных производителей, причем не только легковых автомобилей, там и ранее были проблемы, но при этом Россия всегда удерживала внутренний рынок грузовых автомобилей, поскольку там российские производители чувствовали себя хорошо, то сейчас даже вот эти производители грузовиков России, они говорят, что мы проигрываем российский рынок Китаю. То есть Китай, который вроде как говорит, ну вот мы поможем, мы организуем сборку, но по сути, эта сборка действительно, что там где-то что-то прикручивается. То есть основная работа делается в Китае, в Россию действительно приходит там машина, которой колесо, грубо говоря, надо прикрутить, и все, и машина готова, а формально по таможенной статистике эта машина в комплект заходит. И это приводит к тому, что Россия действительно теряет свой собственный внутренний рынок автомобильный, скажем так, автотоваров. У китайцев свои планы на российский рынок, и они сильно расходятся с ожиданиями Кремля. Первое, что сделали бизнесмены из дружественного Пекина, начали массово возить свои машины в РФ и быстрыми темпами захватили ее рынок. Эксперты отмечают, что в таких условиях, которые создал от безысходности Кремль, грех бы было не воспользоваться. В итоге доля китайских машин резко выросла с 9% в 2021 году до 61% в 2023. В первом полугодии 2024 года китайские легковушки занимали 59% в массовом сегменте и 80% в премиальном. Китай лидирует и по выручке от продажи, обогнав по этому показателю АвтоВАЗ. В 2023 году топ-10 компаний по объемам продаж вошли 6 китайских марок. Тогда, когда российского вторжения в Украину, в этом списке не было ни одной компании с Поднебесной. Китай проводит ту политику, которая нужна ему. А ему нужно, чтобы максимально быстро и в максимально большом объеме россияне покупали новые автомобили, при этом год-два, и старый автомобиль реально можно выбрасывать, потому что он на сегодняшний момент практически не ремонтоспособен, и восстанавливать его крайне сложно. Качество металла очень плохое, качество запчастей очень плохое. Очень быстро и очень серьезно ржавеет кузов. Ну, то есть есть очень много вопросов, которые характеризуют на сегодняшний момент китайский автопром. Они просто сделали акцент на другую логику развития, чем европейцы. Европейцы в любом случае обеспечивали какое-то техническое обслуживание. Китай нет. Продал автомобиль, до свидания, забыл. Все. Ну, опять же,
Россияне знают, что они делают, или не знают, но в конце концов они прекрасно уже ощущают разницу между китайским и европейским автопромом. Благодаря российскому рынку Китай стал экспортером автомобилей номер один в мире и впервые обошел США по числу проданных машин. В текущем году китайцы намерены продать россиянам от 1,2 до 1,4 миллиона автомобилей. За полгода продано около 430 тысяч автомобилей при общих объемах продаж на российском рынке чуть более 700 тысяч машин. То есть получается, что для России внутренний собственный рынок, он из-за сближения с Китаем оказывается потерянный. Это тоже проблема для экономики, поскольку получается, что Китай становится собственником российского рынка внутреннего. То, что там в России ничего на экспорт особо собираться не будет, я думаю, это очевидно. А вот то, что сама Россия сейчас все, что покупает, все, на чем ездит, это Китай. Причем качество худшее, а цены выше. Потому что отсутствие конкуренции на рынке, это всегда означает, что те производители, которые присутствуют, они повышают цены. Но они же понимают, что у России нет выхода. Соответственно, они будут ставить более завышенные, скажем так, ожидания, и это влияет на тоже, кстати, на российскую экономику, поскольку это убивает ее автопром. Как бы они ни говорили, что Китай нас спасает, нет, он вас не спасает. Он как раз делает вас своей, не знаю, комплектующей, составляющей своей автопромышленности, где основные дивиденды идут не в Россию, а в Китай. Китайцы в своем большинстве продают России готовые машины. Да, они помогают перезапустить производство на некоторых заводах, но все сводится до крупноузловой сборки своих машин под другой маркой. В Кремле это называют оживлением отрасли. За последние полтора года ожила наша аутентичная российская автомобильная отрасль. В прошлом году там под 400 тысяч автомобилей произвел АвтоВАЗ. В этом году планируют уже там 500 тысяч. Например, на бывшем автозаводе «Рено» в Москве наладили сборку китайских машин «Джак» под маркой «Москвич». В планах на 2023 год было произвести 50 тысяч машин, а в текущем в два раза больше. Но по факту в прошлом году собрали чуть больше половины, а план производства на текущий год сократили на 70% до 27 тысяч машин. То, что Китай делает в Российской Федерации, и когда мы говорим о китайском автопроме, который поставляет свои машины в Российскую Федерацию, это тот сегмент, который мало волнует китайцев. Они не будут там танцевать какие-то танцы с бубном вокруг российского автопрома, потому что для них это, ну, очень маленький рынок. Си Цзиньпин ездил в Европу для того, чтобы пробивать возможность продажи китайских автомобилей в Европе, потому что европейский рынок, он емкий, он большой достаточно, он конкурентный. В Российской Федерации китайским автопроизводителям конкуренции нет вообще. Ну, то есть по определению нет. И то, что сегодня выпускает АвтоВАЗ, ну, по-моему, это вообще не конкурентно никому. Еще один интересный аспект. Китайские машины, собранные в России, вдвое дороже китайского оригинала. Впоследствии, по итогам 2023 года, «Москвич» отчитался о чистом убытке на миллиарды рублей. А автовазовские «Лады Калины» выросли в цене на 40%. Если мне объяснять, мне кажется, уже и так все понятно. На бывшем автозаводе Nissan в Санкт-Петербурге, который Кремль отдал АвтоВАЗу, начали собирать «Лада X-Cross 5». Она отличалась от своего китайского оригинала лишь логотипом. Однако после внесения АвтоВАЗа в американский список санкций, китайцы приостановили партнерство и свернули сборку этой модели. Зато Путин хвастается «Лада Аура». А Ким Чен Ына катает на «Аурусе», который стоит бешеных денег. Например, стоимость «Аурус Сенат» начинается от 41 миллиона рублей. Пойдет в Сирию по-настоящему, и в два раза дешевле все будет. На бывшем автозаводе Volkswagen в Калуге, который простаивал более двух лет, летом этого года начали собирать тестовую партию китайских кроссоверов «Черри Тига». На мощностях «АвтоГАЗа» в Нижнем Новгороде, где до войны против Украины производились автомобили «Шкода», готовятся к запуску сборки китайской версии «Волги». На самом деле там будут прикручивать колеса и менять логотип. А по своей сущности это будут автомобили китайского автоконцерна «Чанган».
Производство автомобилей в России формально восстанавливается, но в основном за счет собранных, а не локализованных автомобилей. То есть здесь нет добавленной стоимости. Во всяком случае для россиян. По данным Reuters, китайское правительство ограничивает строительство заводов за рубежом. В начале июля Министерство коммерции Китая провело встречу с представителями местной автомобильной промышленности. На встрече было озвучено новое правительственное требование. Строительство завода в Индии, России и Турции настоятельно не рекомендуется, а в Таиланде и Европе нежелательно из-за потенциальных геополитических рисков. Ну, Китай вообще это экономика, которая достаточно, как мне кажется, ориентируема на внутренний рынок, они очень протекционистски настроены. Поэтому Китай не хочет разносить свои производства вне своей страны. Им надо заботиться о своем населении. 1,5 миллиарда все-таки людей, всего две страны в мире, у которых подобное население, Китай и Индия. И, конечно же, Китай не хочет заниматься благополучием соседствующих стран. Китаю хочется, чтобы в первую очередь его граждане получали нормально денег, зарабатывали. И поэтому Китай никому особо помогать не будет. Они могут где-то как-то немного помочь, какие-то мелкие производства создавать, но не более того. Поэтому расчеты России, что вот-вот Китай нам поможет, они не оправдаются. Ни одна китайская компания не планирует строить новые заводы в России, несмотря на желание российского правительства. Единственный завод, построенный с нуля китайской компанией, находится в Тульской области и принадлежит «Хавал». Но он был запущен еще в 2019 году до полномасштабного вторжения в Украину. Власти Китая хотят сохранить и увеличить рабочие места внутри страны, а не за ее пределами. Они не против, чтобы китайские автопроизводители использовали уже существующие зарубежные площадки, как это происходит в России, но без глубокой локализации. Основные комплектующие должны поставляться из Китая. Так что такое автопром? Автопром — это рабочие места, это технологии, это работа промышленных предприятий. На сегодняшний момент Китай не создал ни одного рабочего места в Российской Федерации. Более того, в чем тоже огромнейшая проблема, если вы посмотрите российские паблики, то они уже прямым текстом это говорят. Практически по-настоящему отсутствует централизованная система технического обслуживания китайских автомобилей. Даже по крупным брендам китайским запчасти приходится покупать на Алиэкспрессе. То есть система централизованной поставки запчастей, система централизованного гарантийного обслуживания, система постгарантийного обслуживания отсутствует напрочь. То есть вот все то, к чему россияне были приучены европейскими брендами, на сегодняшний момент отсутствует. Кроме того, китайский бизнес ведет себя очень осторожно, внимательно присматриваясь к рискам попадания под санкции, особенно вторичные. Ведь китайцам есть что терять на глобальных рынках. Они ежегодно продают за пределами страны сотни тысяч автомобилей. Китайские производители глубоко интегрированы в глобальные цепочки поставок, обеспечиваемые финансовыми транзакциями на миллиарды долларов. В случае попадания этих компаний под вторичные санкции, международные расчеты могут заблокировать. Китай начал реагировать на угрозу подобных санкций, и чтобы не попасть под них, он начал сворачивать свои операции с Россией. И сейчас уже мы все чаще слышим информацию, которая из России доносится, что уже чуть ли не 80% расчетов с Китаем проблематичны по той простой причине, что Китай элементарно вводит дополнительные проверки того, является ли тот либо иной контрагент, связанным с ВПК России. Это требует времени, время — это деньги, соответственно, многие компании в Китае, они стараются минимизировать контакты с Россией, просто понимая, что вот эти контакты, они будут требовать дополнительных проверок, а это Китаю не надо. Все-таки, да, Китай сильная промышленная страна, но финансовый сектор все-таки более зависим от финансового сектора Запада, и поэтому, а санкции в финансовом секторе, когда вы не можете купить товар просто потому, что банк, который будет принимать деньги за
там ваш товар, либо получать эти деньги. То есть он будет говорить, давайте вначале проверим, можно ли это делать, а потом это сделаем. Это все создает, опять-таки, дополнительные сложности, и Китаю они не нужны. Поэтому вот эти вторичные санкции в финансовом секторе, мне кажется, это самые эффективные из всех санкций, которые вводятся сейчас против России, и Китай их учитывает. В Кремле оказались в безысходности. Мировой автопром хлопнул дверью. Ушедшие из России иностранные автоконцерны вряд ли вернутся на российский рынок. Позиция Пекина совсем не устраивает Москву. Китайская экспансия приняла настолько масштабный характер, что в Кремле готовы на радикальные меры, чтобы защитить рынок. Правительство готовится к ежегодному увеличению утилизационного сбора, уплачиваемого в России с каждого автомобиля, но частично или полностью компенсируемого для машин местного производства. Это фактически заградительная пошлина будет подталкивать китайский бизнес к развитию производства в России, рассчитывает правительство. Ну да, надо подумать, конечно. В зависимости от российского автопрома оказались и российские автомобилисты. Владельцам китайского электромобиля «Зирк» грозит, что их машины превратятся хоть и не в тыкву, но в красивую недвижимость. Китайский производитель обещает начать блокировку машин, вывезенных за пределы Китая без его разрешения. Тут уже более продвинутые технологии. Как показывает история, даже сентября месяца текущего года, если страна имеет преимущество технологическое над нами в несколько голов, я имею в виду историю с Израилем и пейджерами у Хезболлы, то и вот это техническое преимущество приводит к тому, что нажатие одной кнопки может создать огромные проблемы, что отключить вам всю технику, и, соответственно, вы не сможете ей пользоваться. Для эксплуатации «Зирк» нужна авторизованная производителем сим-карта, и у производителя есть достаточно возможностей дистанционно ограничить его работу так, чтобы сделать непригодным для использования. «Зирк» – самая продаваемая сейчас в России марка автомобилей, при этом китайская компания не имеет в России официального дилера. В России в реальной действительности автопрома сегодня нет. Есть жалкие потуги, основанные на китайских комплектующих. Если Китай завтра через AliExpress прекратит поставлять в Российскую Федерацию запчасти на то, что якобы собирается российским автопромом на АвтоВАЗе, то АвтоВАЗ просто закроется, как и все остальные сборочные предприятия в рамках Российской Федерации. Поэтому я думаю, что Китай серьезно к российскому автопрому не относится по определению. Потому и поведение его такое. Чтобы китаизировать российский автомобильный рынок Поднебесной, понадобилось меньше 2 лет. На нее сегодня приходится уже больше половины продаж легковых автомобилей, и рост импорта продолжается. При этом инвестировать в заводы и возрождать российское автомобилестроение китайцы не собираются. Для того, чтобы нормально иметь отношения с партнерами на Западе, я напомню, что в структуре товарооборота Китая и Россия это 4% в 2023 году, а США плюс ЕС это 24%. То есть 4-2-4, очевидно, что преимущество в пользу США плюс ЕС, соответственно, Китай это учитывает, и Китай будет, скажем так, всячески стараться лавировать, что с одной стороны не показать России, что они их бросили, но с другой показывать Западу, что нет, мы не союзник России точно, и поэтому вот здесь мы готовы какие-то демонстративные проблемы и создавать. Так что Россия действительно сама себя загнала в зависимость от Китая. К слову, сейчас в октябре может закончиться договоренность Китая и США о том, что Китай позволяет России использовать свою валюту для расчетов, если я не ошибаюсь, на московской валютной бирже чуть ли не 99% сейчас сделок в юанях. И вот представьте, что будет, если юань уйдет. Приход в Россию китайского автопрома – это совсем не то, на что рассчитывал Кремль. Эксперты сомневаются, что даже принудительные меры российских властей заставят компании из Китая всерьез инвестировать в страну, лидера по количеству санкций. Пуская в страну китайских автопроизводителей, Кремль фактически разрешил им окончательно убить свой автопром.